Добрый день! Мы сегодня находимся на одном из хозяйств в Первомайском районе, птицефабрики «Молодежная», которые в прошлом году приобрели один из мощных тракторов серии 3000, который выпускает завод, комбайновый завод «Россельмаш». Данный трактор, как раз вот маркировка обозначает 3000 серии, 485 номинальная мощность двигателя. Запас мощности 7%. «Россельмаш» не пошел по пути наших других производителей, которые завышают мощность, ставят максимальную. У нас на данном тракторе максимальная мощность 513 лошадиных сил. На тракторе установлен двигатель Cummins американский, насос с форсунками, 15-литровый, который Евро-3 соответствует классу норм токсичности, не привередлив, не прихотлив к дизельному топливу. На сегодня, наверное, это один из самых больших двигателей, установленных на тракторах. «Россельмаш» выпускает самый мощный трактор в России, российского производства. На данном тракторе установлена коробка передач «Катерпиллер» автоматическая, 16 передач переднего хода, 4 передачи заднего хода. Мосты производства Канада с внешними планетарными редукторами, которые обслуживать можно не снимая, то есть не разбирая мосты. То есть отсюда бортовые передачи разбираются, по мере износа шестерни можно там развернуть. То есть все обслуживается быстро, просто, не производя никаких ремонтов мастерских. На тракторе установлена двухместная кабина, сиденье для механизатора и дополнительно там для желающих прокатиться, может быть, кто-то обучаться будет там, руководитель хозяйства. Кабина соответствует всем нормам, то есть для удобства работы, чтобы механизатор отработал смену и практически не устал. То есть в кабине установлен климат-контроль, что, соответственно, зимой будет тепло, летом прохладно. Сенсорный монитор установлен на экране, коробка, как говорил, уже автомат, управляется на джойстике, кнопочками. На данном тракторе уже установлен автопилот, соответственно, на поле механизатору только зайти в загонку, дальше уже трактор будет ехать сам. Также на тракторе установлен круиз-контроль, механизатор может тоже нажать на кнопку, и если орудие не соответствует мощности трактора, там, или, допустим, скорость не позволяет рабочая, электроника на тракторе сама автоматически подбирает передачу и обороты двигателя для того, чтобы работать при максимально возможной скорости с минимальными затратами топлива. 3000-я модель тракторов с завода комплектуется двумя вариантами гидравлических систем. Производительностью 208 литров в минуту и 303. На данном тракторе, как мы можем увидеть сзади, находится трехточечная навеска. Здесь 4 пары выходов гидравлических и производительность системы 208 литров в минуту. При отсутствии трехточечной навески трактора комплектуются 6 пар гидравлических выходов гидросистемы и 303 литров потока масла на рабочие органы адаптеров. Все трактора, неважно, 2000 или 3000, они делаются для удобства обслуживания, потому что это немаловажно для надежной работы трактора. И как можно увидеть вот за спиной у меня, самый первый – это для проведения ежедневного технического обслуживания, удобство продувки радиатора, проверки там утечек масла и всего остального. То есть открывается все книжного типа, удобно открыть, продуть механизатору, подъехать, то есть это занимает считанные секунды. Если обойти вокруг трактора, то вы увидите очень много визиров, которые находятся в удобном месте. То есть все, где нужно посмотреть вам наличие масла, везде стоят визиры. Обыкновенный механический визир, где вы подходите, и там у вас видно, масло на месте или масла нет. Комплектация данного трактора включает в себя еще одно направление нашего завода «Россельмаш». Это РСМ «Агротроник». То есть «Агротроник» – это инновационная платформа, которая позволяет онлайн удаленно контролировать работу и получать данные, которые потом анализировать и проводить какие-то поправки в данной работе механизатора того же. То есть сама система, она у нас интегрирована в данный монитор, который установлен в тракторе, что позволяет более полную, более подробную информацию получать о работе машины. То есть данная система через приложение устанавливается либо на сотовый телефон, либо на какой-то ПК-носитель.
В процессе работы можно будет видеть основные параметры, то есть это такие как скорость движения техники, рабочие моменты, то есть весь технологический процесс, фактические сливы, заливы топлива, простой, с работающим двигателем, без работающего двигателя и основные моменты, которые могут привести к нежелательным простоям техники. То есть это отказы, которые будут дублироваться как на мониторе у механизатора перед глазами в самой машине, так и через определенные уведомления будут передаваться на носитель, то есть ПК, либо сотовый телефон. Помимо этого, данные уведомления о какой-то неисправности, либо о прохождении технического обслуживания будут транслироваться в сервисный центр, который непосредственно обслуживает данную машину, то есть сервисный центр от торговой компании «Европа».